Участие в работе форума приняли председатели советов многоквартирных домов Воскресенского района, представители районных управляющих компаний. Модератором выступил руководитель районной администрации Виталий Чехов. Главная тема – раздельный сбор мусора, на который наш район должен перейти уже в конце этого года. Конечно, нам не безразлично, в каком виде мы будем заниматься проблемой утилизации твердых бытовых отходов. И сегодня мы дали возможность выступить, показать, рассказать, как это будет выглядеть. На самом деле, даже для меня, несмотря на то, что вроде бы мы уже несколько раз встречались с региональным оператором, и то я сегодня ему задал несколько вопросов, они достаточно простые, но тем не менее они должны быть понятны каждому жителю. То есть у нас с 1 января должно на мусорной площадке, на традиционной, кроме тех контейнеров, которые есть, появится еще два контейнера. Один синий – это для сухих отходов, это картон, стекло и так далее. И серый – для мокрых отходов, это органика. Что мусорная проблема актуальна не просто в разрезе одного дома или одной семьи, а в самом глобальном смысле для всей планеты, далеко не секрет. Весь цивилизованный мир пришел к выводу, что для соблюдения экологии необходимо приложить немного усилий и подумать, в какой контейнер выбросить отходы. Однако на сегодняшний день только по нашему району более 40% граждан вообще не заключили договоры с организациями по вывозу мусора. Но несмотря на это, активные жители Воскресенского района настроены оптимистично. А раздельное, я думаю, приживется. Видел я в Люберцах 1,5 года назад. Хорошо идет все это у людей. Все понимают. И наши, думаю, люди тоже с этим согласятся. Сами люди должны понять, что экологию, как говорится, должны мы сами соблюдать все это. На форуме «Управдом», среди прочего, обсудили еще целый ряд важных вопросов, касающихся сферы ЖКХ. Подробнее об этом мы расскажем уже в завтрашнем выпуске новостей. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости «Искровект».